ты, ну, собираешься снимать. Угу. Ну, тогда рассказывай. Глотай свое печенье. Новое водное. А ты будешь чай пить? Да. Я буду. Поеду вам. А ну и нисколько больше. Угу. А расскажи нам про эту твою платформу, по которой едут печеньки с маслом. Вот она едет отсюда, сюда, потом сюда, ко мне. А кто едет? Печеньки с маслом. Тебе? Это намазать нам нужно? Нет, не надо. Хватит уже, бабушка, мама. Бабушка сама себе возьмет. Тебе? Спасибо. У нас чай пить. Ты чай будешь пить? Ничего. Вот. А я не хочу, спасибо. Ну, давай мне, котенок, давай мне. Mm-hmm. А то все отказываются. Спасибо, родной. Спасибо. Ну, тогда бы не отказался. Ну, правильно, а то отказываться. Печенье вкусное. Mm-hmm. Особенно с маслом. Угу. Ника, а что ты там рассказывал про бабушкины Раины конфетки? Вкусными они были? Угу. Такой тихий хохолок у тебя такой из волосиков торчит наверху. Папа завтра приедет, как увидит своего сына, скажет: ой-ой-ой. Заросли. Заросли, беззубый. Все, я масло убираю, да? Угу. Кому больше не надо, никто не претендует. Никитка, а как же ты теперь будешь кушать, если у тебя начнут выпадать зубы? Будем делать суп-пюре и пить через трубочку. Да. Согласен? Да. Молодец. Так что вы собираетесь со Славой сейчас делать? А? Машинки. Что машинки? Расскажи словами. Не бищ-бищ, бищ-бищ. Ну, машинки. Лего-машинки. Ну, гонки играть. Да. По какому радиусу? Или какому там, чему, почему вы собираетесь кататься? Слава, скажи. По ковру. По ковру? Но я не знаю. Может быть, банда. Может быть, пап. Нет? Пап нет. Пап, да. Да, да. Пап. Эй, пап. Пап. Ника. Хрюкотали зелюки. Мумзик ты маленький. Ну что, мне задавайте еще вопросы? Задаваем, конечно, чего же не задаваем. Что ты там Вале рассказывал? Валя хохотала, когда пришла. Говорит: ну, Никита, так меня веселил. Что ты там ей рассказывал такое про свою жизнь? А, не помню. А ты помнишь, какая у нее фамилия, Никитка? Да. Но не скажу вам. Почему? Потому что только ее половину запомнила. Ну, скажи хотя бы половину ее. И половина сейчас куда-то попала. Та самая. Давай я тебе подскажу. Ты когда был маленький, ты говорил: у Вали фамилия Ямбенька. Почему ты так говорил? Потому что ее настоящая фамилия Кис. Кис-кис. Кис-кис. Кислая. Кислая. Кислая, как Ямбенька, да? Да. А какую ты половину забыл? А какую ты помнил половину? Никакой не помню, от мамы.
Какая фамилия? Я позади. Кис-кис забыл? Помнил кис-кис? Да. А сам скажешь теперь, какая фамилия у Вали? Валя. Правильно. Валя, ну скажи полностью. Валя, кис-кис, кислая. Кис-кис, кислая, хорошо.